Боже, что здесь происходит? Стоп, лук мне пригодится. Мне нужно оружие. Нужно найти оружие. Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Мне нужно оружие. Нужно найти оружие. Я справлюсь. Посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Я хочу есть. Я должна найти еду.
Все, пора в лагерь. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Цифры. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли?
Снова случилось. Теперь рядовой Касуки. Прошлой ночью он был в карауле у ворот. Никто ничего не слышал, а утром нашли его каску. И все. Ни следов, ни крови, ни гильз. Ничего. Некоторые думают, что это дело рук китайских партизан, а то и американцев. Слепое дурачье. Они понятия не имеют, что здесь происходит. Нас преследуют они. Древние демоны, не знающие покоя. Они обитают в древних руинах этого острова. Мы здесь пришлые, и они наблюдают за нами и выжидают. Эти обломки, руины, весь остров – одно большое кладбище. Рано или поздно они придут за нами. За каждым из нас. Я Конрад Рот, капитан Эндьюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег, потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот, и мертвец. Боже,
Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата, только я. Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Endurance, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Что это за символы? Что я делаю? Сейчас никак. О, боже, это безумие. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода.
Сэмми? Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. Ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор... Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут.
Вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Неплохо. Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна «Эндьюранс», разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона к востоку от Японии. Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверена, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть... Кто-нибудь найдет это. Не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота!